Они убили Дункана Маклауда! Дункан Маклауд умер! Вау! Вау, спецэффекты от Пикселя! Первый раз! Дункан Маклауд умирает! Смотрите, что творится! Он херачит молниями всех! Вау! Давай, я схвачу тебя за задницу. О, да! О, да! Ваня, когда-то, буквально несколько дней назад, я взял за руку одного человека. Мы пошли с ним и прекрасно провели время. Мы сначала посмотрели «Мстители. Война бесконечности», потом сходили уже в такую полуночную кафешку, выпили парочку рюмочек текилы, отправились в гостиницу «Европолис» в Москве и провели там незабываемую ночь. Этим человеком была твоя мама. 300 полимеров. 1000 энергии дает! 1000 энергии! 1000! Итак, мне нужно 300 полимеров прямо сейчас. 1000 энергии! Сигна для Кейруса. Вот, видишь? С тебя 200 рублей, кстати, за нее. Ну, сигнал-то денег стоит вообще-то. А, надо на фоне груди фоткать. И с разрезом, вот так. Сейчас, подожди. Вот так. Что это? Дункан Маклауд оказался оборотнем! Что, блин? Что? Оборотень со статами 20? Что? Стой! Нет, он же еще и регенит! Нет! Господи! Господи! Что? Твою мать! Как? И прям сейчас полнота? Серьезно, что ли? Серьезно? И тут дверь еще открыта! Вы что, прикалываетесь вообще нахер? Как такое могу... Ладно, посрать. Главное, безопасность. Так, где оно тут у нас? Вот оно! Так. Ого, оно прям стремится вверх. Ого! Yes! Я жив! Да! Ха-ха! Блин, это было очень страшно. Я просто это так оставлю. А я что могу сделать? Как я могу отмикрить 5 Дунканов и 40 тысяч миллиардов рейдов? Они сейчас друг с другом дерутся, тут нахер вообще полная дресня. Все, в жопу это говно, просто в жопу, идите нахер! Канал на сумме 299 рублей. О, господи! Хамер поддержал канал на сумму 381 рублей. Кто что там, замес? Бесов еще что ли? Да как... Сука! Ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Гори, фри! Да зачем мне долго, он не поможет, это просто анал! Вы хуй, идите нахуй! Сволочи! Просто в жопу все пошли! Как должен человек нормально это, до этого догадываться? Ну это же тупо, понимаете, это тупо, это не геймплей, это просто... Я не знаю, как они сделали бы вот игру, да, там, короче, херак, тупик, ты подходишь, тупик, и твой персонаж умирает каждую секунду, пока стоит только у этого тупика. А чтобы пройти, оказывается, что ты должен пернуть в микрофон. Когда ты издашь звук такой, вот такой вот. Реально, она взаимодействует с микрофоном, игра. А, сука, вот это было бы охуенно, согласитесь. Вот это было бы новшество, и для мобилок такую штуку сделать. И реально, и чтобы открылась стена, ты должен вот так вот сделать. Кормин говорит, что я апогей закомплексованности, возведенный в абсолют. Я пытался, значит, обратиться к психологам за помощью. Гессер, вы знаете, он очень хороший специалист. Чтобы он мне по шагам, значит, расписал, что мне нужно делать, чтобы мне не быть закомплексованным. Гессер мне сказал, бананы есть. Не очень помогло. Не очень. Не, ну может надо было на улице их как-то есть, типа так вот, как, не знаете, подходишь так к местным гопникам и такой... А представьте, что это банан. Эй,
И такой идет, и заходит в купол, подходит к стойке распределения по профессиям. Ему говорят: здравствуйте, вы геолог? Он говорит: да, я геолог. Ему говорят: вы будете работать в ночную смену. Что? Господи! Господи, как улететь отсюда? Как? Заберите меня, пожалуйста! Нет! Фотос, я не из тех людей, у которых что-то там снижается. У меня даже член каждый раз встает, когда я занимаюсь сексом, и больше не опадает. А потом еще раз встает. Поэтому он все больше и больше. А, это маленький! Блядь, ебаный живот! Еб твою сука! Я буду... Что такое лубриканты? Интимный крем-гель, назначение которого увлажнение. А, все что ли? Подожди, Дара-Дара, ты говоришь, что у лубрикантов калорийность ноль? И они сладенькие? Ну, скорее всего, их нельзя есть. Смотри. Замбис. А, как тебе? Круто? Так, подожди, ты же не из Питера. Ты не купишь лампу? Черт! Стирайся! Нет! Оно вообще не стирается! Что это за маркер? Люкса, перманент, маркер. Семеновна! Что? Семеновна, говорю! На Марс полетишь! Марс! Не! У меня зубы плохие, там орехи у Марса. Не надо мне Марс твой, не надо. Семеновна! Я тебе говорю, полетим на ракете! На ракете! Убейте ее! Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Вы что, прикалываетесь? Какого хера? Какого нахер? Куда? Почему с этой стороны пошла волна? Почему? Почему, я спрашиваю? Что это за хуйня? Я отбился! Я... Пришло время создать шедевр. Ох, нихера себе! У меня какой огромный! Смотри, какая у меня... О, какой он классный! Какой он крутой! Смотри! Смотри, какой он офигенный, а! Ты посмотри! Он вообще огроменный! Нихера... Куда ты сиганул, мудила? Я хотел присесть просто. Я нажал кнопку присесть. Ты не хочешь в нашу колонию-то, а? Бабушка, там я слышал какие-то крики, стуки, звук горящей колонии. Что такое? Чё говоришь? Бабушка, что случилось? Что, выпустите меня отсюда? Господи, там, кажется, все умерли. Что это были за крики? А? Чё говоришь? Еды нету! Прилетит вдруг торговец в голубом космолете и подарит нам некрономикон. А потом мы построим стол для культов там разных и Ктулху сейчас призовем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля.